С музыкой в дороге веселее, тем более, когда ее так виртуозно исполняют. Приподнятое настроение сегодня было гарантировано всем пассажирам новенького троллейбуса «Адмирал» и особенно дамам. Мини-концерт плюс цветы неожиданно и приятно. Конечно, стало более празднично. Это, знаете, я не ожидала. Да никто этого не ожидал. Это просто изумительно. Подарок, то есть, на 8 марта. Я вам благодарю. Музыкальное настроение самарчанкам создавал участник дуэта «Гармоника» Андрей Захаров. Он же участник музыкальных телепередач, конкурсов российского и международного масштабов. Кстати, свой инструмент музыкант считает похожим на девушку. Посмотрите, как выглядит аккордеон, какой он изящный. Я считаю, что девушка, она такая же красивая, как эти замечательные клавиши, как замечательный мех. Если девушку, женщину любить, она также будет звучать, как данный инструмент. Акция стала традиционной для сотрудников самарского ТТУ. Уже не первый год они радуют представительниц прекрасного пола весенними сюрпризами. В этот раз выбрали наиболее протяженный маршрут, на котором работают новые троллейбусы «Адмирал». Мы едем по самому протяженному маршруту города Самары. Это 4-й маршрут, который соединяет проспект Металлургов, соединяет железнодорожным вокзалом. Всех девушек, женщин города Самары поздравляем от всей души с 8 марта. Улыбки и назло непогоде, весеннее настроение. Тем более в этих троллейбусах тепло и комфортно. Адмиралы адаптированы для всех категорий пассажиров, в том числе и маломобильных. В Самару они в количестве 22 машин поступили в прошлом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Есть система кондиционирования салона, это первый транспорт в Самаре, где граждане могут ехать с кондиционером в жаркое летнее время. Также есть видеокамеры в рамках транспортной безопасности, бегущая строка, в общем, все удобства. С удобствами и хорошим настроением женщины Самары с самого утра добирались до мест назначения и благодарили за подарки и внимание. Владимир Маркин, Новости губернии.